Аргентина, Аргентина, сколько тебе отдано пота, крови, нервов? Как ты относишься к своим гражданам? Как ты относишься к тем, кто защищал свою свободу и твою честь? На этой площади, на площади Бентисинко де Мажа, постоянно находятся люди, которые пытаются и взывают к мировой общественности. Люди, которые отдали свои жизни, и те, кто пострадал при Мальвинском конфликте. При этом глупом, дурацком конфликте, как и все конфликты, которые возникают в Республике Аргентина. Страна, построена европейцами. Страна, которая была создана и которая была лучшей на территории Латинской Америки, опять опустошена и опять доведена до крайности туполобыми, безмозглыми правителями. Вот эти могилы, которые вы видите, символичны. Этих людей признают враги, но не признает свое правительство. Можете себе представить, как относится государство или люди, его представляющие, к своим гражданам, которые отдали свои жизни, которые защищали честь и достоинство своей страны. А как же это государство будет относиться к нам, иммигрантам, которые поверили ему, которые отдали свой труд, пот, кровь, огромный кусок здоровья? Я не хочу задавать эти вопросы, я их устал задавать. Я понял, что такое дискриминация, поэтому я решил оттуда уехать. Я уехал и за короткое время устроил свою жизнь. О Аргентине остается только память. Этого опыта, увы, никуда не денешь. Этот опыт останется до последнего дня.